картинки сценического пространства главным. Ну, не стал. Это была мотивация. Ну, честно к себе, я имею в виду, да, согласен, ну, как-то я вообще не переношу ни в каком виде, ни у себя, ни у кого-то, вот, ну, и, наверное, как-то любить, наверное, самого себя, потому что, если мы вспомним Библию, да, там написано, что вы любите самого себя, да, если вы себя не любите, не уважаете, у вас не получится понять, что любить любого человека, да, потому что надо к своим порокам, к своим страстям тоже относиться уважительно. Началось с первого раза. Но для того, чтобы вы с этим вышли на сцену, это надо сделать тысячи раз. Для того, чтобы наработать выносливость, для того, чтобы это стало не, не просто вот раз, да, а чтобы это был профессионализм. Потому что во время выступления может быть все. Ну, не тот свет там, ну, чтобы это была профессия, да, это надо, а я после одного раза не хотел делать, ну, подумайте, ну, с первого раза же вышло. Потом я все время смотрел на своих одноклассников, потому что они страшные, у них не получается, а у меня это все получилось. Если бы меня не пороли, если бы меня не жестко со мной себя не вели, ничего бы не вышло, вот. И, конечно, я прекрасно понимаю, что надо... Потом надо учитывать характер ребенка, да. У меня есть ученики, которые, ну, просто, ну, дебил, ну, что сделать. Упрямый идиот. А ты, это пубертатный идиот. Она прыгнула, я подставил руку. Как я это делал? Не знаю. В течение 10 лет я так носил всех. Туда, сюда, туда, сюда. Вот в итоге стал педагогом. Ко мне пришел артист с очень сложной координацией. И неумный еще при этом. Абсолютное дерево. Ну и вот мы дошли до этих поддержек. И вдруг я понимаю, что я не знаю, как это делается. Потому что вот эта Наташа, она так разбежалась и прыгнула, что она своей энергией, своим доверием ко мне, к ребенку, который никогда это не делал до этого момента, она меня научила это делать. И я дальше со всеми это делал. Они разбегались, я руку подставлял. Но куда я подставлял, как? Я стал анализировать, значит, я стал разбирать это все. Ну, естественно, чтобы этому дереву научить как-то.